вечер. Больше 20 лет. 21 год назад мы познакомились с Зоей. Это было чудесное знакомство, и это было... Действительно, когда мы познакомились, мы не могли с ней напеться вместе. Мы пели днями и ночами, буквально, нас уже все... Нас выгоняли из дома родные. Мы уходили в лес и пели там, в парках, в садах. На лавочках, ночью, громко пели. Вот. И в конце концов родился наш дуэт. Наш дуэт называется «Оазис Стив» Студенова Иващенко. Ну, теперь я уже Левашова, как бы, но Стив остался. А Стив остался. Yeah.
Кришна.